Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть Might and Magic 10. Так, ну и давайте заглянем в логово пауков. Вы действительно хотите зайти в подземелье? Ну, еще переспрашивают. Такой картинки раньше, кстати, не было. Тоже. Сейчас нарисовали. Красота неописуемая. Чё они там ругаются? Так, огромный паук. Ты его бери в путы. Он теперь не сможет ходить. Вот. Ты, короче, тогда ничего не делай. Ты давай ему ледяную стрелу. Ты давай ему фаербол. В принципе, давай ему, наверное, эту. А, с него, видите, путы слетели. А, или нет, или это уже следующий ход пошел. Ну, давайте, кто, у кого маны больше всего. Давай ты фаербол добей, да и все. А я могу пить же банки маны вот сейчас, например. Слушайте, надо мне в последние два слота всем вынести банку маны. Но вот эту вот большую банку маны я не хочу выносить. Она, видимо, по умолчанию сюда выносится, самая большая, да? Ну вот, бульк. А сколько она регенит? 50 единиц. А у тебя сколько? А, ну, в принципе, нормально. Не, ну, в принципе, я думаю, не надо. Человеку зарегенили и... Так, погнали. А я могу уже, да, колдовать? Путы. Кто ходит? Давай фаербол. Давай, ого, ледяную шнягу. Бум, шакалака, готов. А, нет, не готов. А ты можешь мечом его тупо? А ты? Слушайте, а вот у тебя есть, а ну-ка. Давайте им всем так, чтобы они с руки добивали, добавим. Чтобы было. Да, надо это всем поставить на одну кнопку. Ну, например, на... шестую мне так будет удобно прожимать. Вот на шестую я всем ставлю меч. Ну и вот и тебе. У них, конечно, я так понимаю, ничего в руках нет, но по мелочи стукнуть могут. А, кстати, как тут отдыхать? А, вот так вот отдых, R, да? Ага, чтобы полностью восстановить ману и здоровье. Ну, пока нам это не надо. Эй, отравлен! А вот если он отравлен, у нее спадет отравление или ее как-то хилить надо? Так, короче, где ты? Ты вообще нифига не можешь кастовать, как и ты. Ну, давай, короче, тогда с тобой. Давай, давай льдом, а ты давай воздухом. Ну, а вы, блин, руками бейте. Ого, она долбанула 19. А ты не можешь бить, у тебя вообще ничего нет. Блин, орк, ты бесполезный. Так, на тебе. Орк бесполезный, защищается. Ну все, тут мы его запинали, этого паука. Ого, а как мне лечить вот это? Бруна отравлена, ее уклонение уменьшится на 20 единиц, и она будет... Терять 7 единиц здоровья на каждый ход, если не сможет сопротивляться магии земли. Яд можно нейтрализовать с помощью магии земли, изначальной магии или зелий. Скажите мне, как? Бруно без сознания. Шикарно, блин. Не, пойдемте, короче, тогда... пойдемте, короче, тогда в этот. Я знаю, там в храме можно... Блин, а как мне... Мне надо противоядие в отряд.
У меня нет в отряде противоядия. А мне надо. Блин, мы сейчас из эльфа. Где тут была книжка на этом? Карта местности. Тренировочный зал. Лошадиный рай. Тут вот, по-моему, заброшенный дом. Эй, а где же здесь? Дом Орлин. Как? Обереги и талисманы. А где? Где? Не в тренировочном, да нет. И, ну не в дозорной же. Наверное, все-таки в тренировочном зале была это. Подождите. Да нет, не здесь. Там прям книжка такая была нарисована. Да, не здесь. А где же, подождите, я что-то запутался. А где же она была? Но она где-то определю. А, может вот это. Да, вон библиотека, я ее не заметил. Сейчас мы туда пройдем. Сейчас мы подскажут нам, как пройти. А, кстати, там, ну там тупик. Пойдемте в библиотеку. Вот, я надеюсь, там есть закол лечения. Его можно будет как бы купить. А ну-ка. Выучить заклинание. Так, как зовут нашу эльфийку? Бруно. А, ну они по порядку там расположены, да? Всегда. То есть сверху вниз. Выучить заклинание за Бруно. Вот, противоядие. Во! Купить. А регенерация... О, кстати, тоже надо. Так, ну у нас кончились деньги. Блин, ну я думаю, это нам больше мы сэкономим. Так. Только надо бы... Ладно, пойдемте, короче, теперь знаете куда. Пойдемте теперь в часовню. Посмотрим, сколько стоит... Ага, часовня вот. То есть я могу вот так туда прийти. Сколько тут стоит всех вылечить, там, воскресить и все такое. Услуги. Восстановление. Бруно пришла в сознание. Что тут у нас получилось? Ага, все, все вылечились. Так, теперь ты, эльфийка, ставь сюда противоядие себе. Против пауков оно нам... А, все тут вот так вот. Отлично, избавилась от отравления. Все, теперь мы смело сможем файтиться с паучками. Вот, блин, а оказалось-то, что тут не все так, блин, просто. Вот, все не все так просто. Ладно, теперь зато у нас мы выучили антитравадин, блин. Антитрав. И это замечательно. Слушайте, я предлагаю сохраниться, а то мало ли что. Да давайте так логово пауков и запишем. Блин, ну, конечно, тот факт, что они нас отравили. Так, стоп, 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 стоп. А я могу крутиться во время битвы, как я хочу, да? Так, ты кидай фаербол. О, а ты его оттолкни. Отлично. А ты, блин, в защиту пока стань. Ты кинь вот эту шнягу. Так, с фаербола добьешь? Красава. Теперь кто-нибудь... А сколько у тебя жизни? 54, а у тебя 75. Давай, ты ее оттолкни. Так, а ты накинь на нее путы. Так, а у тебя жизни уже... Ой, маны уже не осталось. Ладно. Рубануть не можешь, стань... А, ты уже сходила. Ну, ты пока стань в защиту. Давай, короче, фаерболом ее.
Тай. Тай, поехали, короче. Да вообще пофиг. В бестиарии была добавлена запись «Огромный паук». Кстати, а что там за задание было побе... О, а тут Нормально. А мы не слабо голды-то при... Слушайте, да мы тут... А если так пойдет, так у нас... Нормалек, слушайте. Так, давайте, наверное, отдохнем... Отдохнем. Я думаю, ничего страшного не будет. Все восстановились. Дайте сейвичок кинем. Да, перезаписать логово пауков. Слушайте, не слабо мы так залутали. Так, а я могу, кстати, вот это кольцо, но оно ничего не дает. Как и это кольцо. Как и этот головной убор ничего не дает. А вот так, ты не умеешь такие штуки одевать? Нет, бой топором... У меня есть сфера. Тебе нужна сфера. А, ну у тебя есть топор. О, так ты у нас будешь, короче, давай тебе сферу. А, ты не умеешь сферы? А кто? Ты умеешь сферу? У тебя есть сфера, у тебя есть. У этой есть, короче, копье в двух руках, а ты сферу, значит, не умеешь таскать. А тебе что, топор что ли можно? Нет? Нельзя? Что там топор? А, это просто он всегда так рисуется. Понятно, ладно. Идем дальше. Типа опасно? Датчик угрозы. Фу, какая кошмарная тварь. Осторожно. Наверное, это королева пауков. Так, ты ее оттолкни. Ага, фиг там, да? Тогда давайте, короче, так. Ты делай на всех на нас защиту такую... Ты делай эту, а ты хиль от заклинания. Во, видите, как все. Фиг поможет она. Так, теперь ты тыкай ее мечом. Ты ее пробуй оттолкнуть. Нельзя. А что такое босс? Невосприимчивость к воздействию на разум, тело, а также к яду. Короче, видимо, оттолкнуть ее нельзя. Но можно, наверное, у нее расколоть броню, да? Да, вот броню у нее можно расколоть. Так, теперь ты. Ну, ты тогда давай ее там всякие заморозки там. Да что ж такое, что ж моему герою не везет. Так, ладно, давай огненную стрелу. А ты давай такую у нее стрелу. Так, эльф, отхиль обратно человека. Человек, что тут... Ну, раскол брони у нее и так. А если я кастану еще? Он расколет еще 11? Нет, он, видимо, не расколет. Так, с нас спал доспех. Ты бухни ману банку. Ты тоже бухни ману банку. И ты бухни ману банку. А ты... А ты домогни ее. Так, отлично. Теперь ты давай огненный этот доспех на всех. Ты давай, наверное, с руки. Блин, ты так мало бьешь с руки, что аж противно. Ладно, ты тоже давай с руки. Орка, вот ты, конечно, ну давай вот этой шнягой. Да задолбала ее, блин, пробивать. Давай регень ее. Так, ты давай, короче, ей на, во, половину сняли, ща нормально, ща убьем. Так, инвентарь. Можно мне банку здоровья сюда положить еще одну? Раз туда большая по умолчанию делается. Давай, наверное, восстанови покров теней, а ты давай вот эту вот. Все, нормально, блоки работают, все ништяк. Так, короче, все фигачим первой магией, кто не хватает маны, тот... Пьет банку маны. Так, все опять фигачим первой магией. У кого не хватает маны, тот пьет ману. И опять... Донати вам маны. Слушайте, у нас так... Мне не хватит так... А мне уже не хватает, кстати, маны. Но я думаю, мы ее захренячим. Ай! Бруно без сознания! Чё, у нее критануло, что ли, чё-то, или чё?
На, зараза. Это ты, что ли, ходишь? Так с руки ее фигакни. Отлично, герой, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Прощай. Так, нам дали... Ну вот все качнулись, а Бруно, блин, не качнулась. Меня это не устраивает. Я хочу загрузиться. О, автосейв. Автосейв перед этой, что ли, был? Так, подождите. Я ж сундуки уже облутал. Ну да, они открыты. Здесь был автосейв. Сейчас мы ее расфигачим. Да, сразимся. А у тебя сколько жизней? 74, а у тебя 58. Так, снимай сразу эту шнягу. Ты вешай на всех блок. Так, ты дымажишь, ты вешай на всех вот эти промахи. О, промахи работают. Замечательно. Так. А, нет, это не промахи сработали. Это... Повесь промахи-то на все. Вот, отражен, нормально. Так, давайте все. Кто не может колдовать? Ты не можешь колдовать? Блин, тут у тебя маны мало. Так, ну чё, дымах тогда все заносим. Промах. А, ну тебе, в принципе, не обязательно колдовать. Вот тебе обязательно. Блок. Так, замечательно. С нас слетели все бафы. Давай, фигач. Давай, фигач. Да, давай, тоже фигач. А ты давай промах повесь. Что-то я не понял. Так, ладно, давайте, короче, рукой ее шандарахнем. Что-то ей особо от наших ударов рукой особо ни холодно, ни жарко. Так, ладно, всем, наверное, надо маны выпить. О, а ты можешь фаербол запустить. А ты можешь ледяной бол запустить. Что у тебя? Блин. Все, мана кончилась. Вот хорошо, что она в героя, в этого ворка бьет. Во, вот теперь все качнули левел. Замечательно. Так, ты давай третий вот эту вылечи. Ага, отлично. Так, а что вот это у нас появилось? Очки навыков. Ага. Так, ну магия огня, короче, тебе по-любому. О, а сколько? Целых 3 очка навыков. Ну все. Сохранится навсегда. Да, я согласен. Сколько теперь дымажит? О, нормально дымажит. Так, тебе, короче, 15 маны, а этот сколько стоит? 20 маны. А что вот это такое? Очки черты еще. Так, ладно, давайте с человека начнем. Человек, блин. Мазафакер гребаный. Тебе, наверное... А что тебе надо, блин? Тебе, я не знаю, какие заклинания. Вероятность критического урона для заклинания увеличивается. Мне. Так, ладно, давайте, короче, пока воздух качнем. Да, окей. Тебе качнем землю. Будешь у нас земляной. Вот, тебе... А, тебе я уже качнул огонь. Так, тебе... давай качнем... Что ты тут? Воду. Вот все. Все мы, короче, прокачали. Так, а что вот это такое? А, понял. Так, магия. Что вам дает магия? Сила заклинания увеличена. Фигня. Нам нужна мана. Нам нужна мана, поэтому качаем дух. А то с маной у нас какая-то беда. С маной какая-то беда, поэтому всем вкачиваем дух. Вот. Тебе так особенно.
Так, ладно, все, дух вкачали. Отлично, герои. Да-да-да-да-да-да. Давай, давай, вали. Давайте тут посмотрим, может, какой-то лут. По-любому же должен быть лут. Вот, давайте вообще сохранимся, наверное. Вот. Да, логово пауков перезапишем. Вот, ладно. Я тогда думаю, на этом мы как раз этот выпуск и закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.